Команда. Что у нас? Мен депутаттыкка талапкер катары силерден калуу тилектерди угайын деп чечтим. Эми бул депутатский наказ. Эртеңки күнү Кудайым буйруса мен депутат болуп калсам, кандай иштерди кылышым керек? Силердин да балким ойлоруңар бар, идеяларыңар бар, ушул мен да угайын деп чечтим. Можно, да, я скажу? Пожалуйста. Эми ошо керек, же пенсионный реформа жүрүш керек. Так. Эмне болду эмнеден пенсияга? Эми Карганда пенсияга чыгып эмне керек бар дейм да? Как? Бош убакыт көп, кылаарга иш жок да. Даже дискотекага бара албайсың. Лучше иштей берсин, а пенсияң болсо жаштарга берет. Браво! Кечиресиздер, Маса, пенсия жөнүндө бир мындай только для интереса да. Түрмөдөгүлөр дагы пенсияга чыгышабы? Жок, келсе чыгат, болбосо ошол түрмөдө пенсияга чыгат. Так, Замир, сен эмне дейсиң? Мен эмне демек элем эже, эгер депутат болуп калсаңыз, реформаны финансовый жактан баштасаңыз да, мисалы азыр доллар өсүп атпайбы турабы, анан бир үй алсаң же машина алсаң сөзсүз түрдө долларга алмаштырыш керек да. Келиңиздер, андан көрө сразу эле бир доллар печать этебиз, кандай дейсиздер? А это очень хорошая идея. Да это же нелегально. Ну, если в законе пропишем, соответственно, это будет вполне легально. И тогда можно будет доллары печатать. А если нам потом мировое сообщество по башке даст? А мы законе пропишем. Шутка, шутка. Ну, тамаша. И что вы нам предлагаете, Роман Николаевич? Я думаю, надо все казино легализовать. Легализовать? Зачем все? Лучше мою казино надо. То есть у вас есть свое нелегальное казино? Нет, конечно, но если вы в законе пропишете, я быстренько открою. Без проблем, да, все у нас. Айнура, балким сенде да жакшы ойлор бардыр, сен угуп көрбөйлүбү? Менин оюмча, финансовый проверкаларды көбөйтүш керек. Как көбөйтүш керек? Биякта элдер аз айта албай атса, сен көбөйтүш керек деп атасың. Мне кажется, это неправильно. Проверкаларды азайтып салса? Так. Иш азайып, бухгалтерлер биз кайка барабыз? Чыгармачылыккабы? Чыгармачыл бухгалтер деги болобу? Менин билишимче, чыгармачыл бухгалтерлер чыгармачылыгы үчүн түрмөдө отурушат. Кыяла, балким сенде жакшы бир кызыктуу сунуштар болор. Рахмат эже. Атайын сунуштар бар, мен сизге ошол жөнүндө азыр баарыңар тааныштырып кетсем. Урматтуу кесиптештер, бир топ абдан кызыктуу сунуштар айтылды, бирок мунун депутаттыкка эч кандай тиешеси жок. Реформаларды өкмөт жүргүзөт, а депутаттын иши таптакыр башка. Андыктан мен келечек депутаттан өз функцияларына тиешелүү төмөнкү кадамдарды күтөт элем. Биринчиси, өкүлчүлүк кызматыңызды аткарыш үчүн сизди депутат кылган карапайым элге жакыныраак болуш керек. Аларга болгон жолугууну, кездешүүнү кеңейтиш керек. Молодец, так. Ак үйдө эле отура бербей, мисалы үчүн жумасына 2-3 жолу сыртка чыгып, ак үйдүн сыртында отуруп, же болбосо ошол эле жерде митингдер көп болот. Митингде болгон үн ак үйдүн ичинде эч кимге угулбайт экен. Мына ушуга көңүл бурушубуз керек. Бул биринчиси. Экинчиси, эл билиш керек болгон мыйзамдарды элге көрсөтүп кабыл алыш керек. Анткени депутат мыйзамдарга элдин атынан добуш берип жатат да, туурабы? Мисалы, эмне каяка кетип жаткандыгын аны ачып карап, элге өз убагында жеткирип турган туура болот. Менин оюмча ушул туура. Болбосо карапайым калк акчасы каяка кетип жаткандыгын билбейт. Бул болсо менсиндин иши эмес. Алар элдин өкүлдөрү деп бюджетти депутаттарга алып келет. Мамлекеттик бюджет каяка кандай сарпталганын карапайым элге жеткирүү эл өкүлдөрүнүн же болбосо депутаттарынын иши. Ушундай жаштар бар экен да бизде. Мен өзүмдү депутаттыкка даярдыкмын десем, мен билгенден билелегим андан көп экен. Ладно, мен
а жанагы жогорку кеңеште отурган депутаттарчы? Алар өзлөрү эле билбейт. Мен эмне отурам, эмне кылып аткандарын билишпейт. Во. А мен бул кызга абдан чоң көмөк көрсөтмөкчүмүн. Орустар айтмакчы, талантам надо помогать, а бездарности пробьются сами. Я желаю ей удачи. Кыял, ну ты молодец, сразу видно, МГУ-да окуганын. Айтчы мага чынын, ушундай образование менен Кыргызстанга эмне келдиң? Эми баарыбыз кетип калса Кыргызстан кантип өнүп кетет? Ой, как будто сен келсең эле Кыргызстан өнүп кетчү деп сүйлөйсүң мына. Сен али жашсың, көп нерсени билбейсиң. Анын үчүн иштегендерден тажрыйба алышың керек. Тажрыйба бар. Менде эле эмес, адамзаттын баарында тажрыйба бар. Мировой опыт деген болот да мисалы. Мен мисалы үчүн Бириккен Улуттар Уюмунда иштеп жүргөндө чоң эл аралык деңгээлдеги кыйын ачыктар менен таанышкам. Алар Кыргызстанды билишпейт да, биздин системаларды. Как это билбейт? Азыр кыргызстандык эле агай эжелер бардык жерде. Мисалы үчүн Канадада Рахат деген эже бар. Анан Жомарт деген байке бар. Бул деген Мальдивада иштейт. Ал эми Асель деген Африканын оорунда иштеп, элдин башын бириктирип жүрөт. Айнура! Айнура! Молодец, аракет кылсаң барына жетесиң. Аракет кылсаң, Розочка. Сен да Айнурага жетесиң. Айнура! Катырдың ба? Сен эмне билдиң беле эже ушундай суроо берерин? Эми мен бул суроого негизи мурдатан эле даярданып жүргөм. Ну, элестетсең, сен мисалы үчүн президент, премьер-министр, депутаттар менен жолугуп калсаң, аларга айтар сөзүң болот беле? Билбейм, ойлонуш керек экен муну. Ойлон. А мен бул жөнүндө давно ойлонуп койгом. Так что мен депутаттар менен жолукканга дайым даярмын. Сен күндө жолугуп жүргөндө эле сүйлөп койдуң го. Ну эми күндө жолукпасак дагы, Кыргызстан кичинекей эле да. Бир күн болбосо бир күн жолугуп калабыз да. Мисалы жазында бизге премьер-министр келген да. Менден сураган шаар кандай иштер, кандай проблемалар бар деп. Эмне дедиң анан сен? Сопсонун деп койгом, баары жакшы деп койгом. Кайда сопсонун? Айтпайт белең проблемаларды, сен жинисиң го? Жок, эми ал бир эле жолу сурады да. 2-3 жолу сураганда айтмакмын. Айтыш керек болчу сөзүнө. Сопсонун деп коюп жүрө, канчага чейин жүрөсүң сопсонун? Эми бир жолу сураганда мындай сразу эле айтып койгон болбойт да. А бул сопсонун деп койгон, бул маданияттуулукка жатат. Яштар, как дела? А у нас все сопсонун. Присаживайтесь. А у меня, кажется, зарплата маленькая. Можно ее повысить? А то доллар поднимается, все дорожает. Хорошо. Поднимем. Спасибо. Иван Николаевич, а у меня? Поднимите. У тебя же сопсон. Роман Николаевич, вы не обижаетесь, что я говорю на кыргызском? Вдруг вы ничего не поняли? Почему вдруг ничего не понял? Я точно ничего не понял. Не знаю. Но, с другой стороны, я как раз сейчас русский язык учу. Кыргызский, то есть. Так что для меня это будет полезно. Хорошо, если вы хотите, я могу говорить при вас только на кыргызском. Знак вашего уважения. Ну, тогда знак моего уважения. Давайте мне будешь на корейском говорить. Хорошо? Хотя корейский я не понимаю сам. Но я на буду знать, что ты меня уважаешь. Значит, на кыргызском. Давай на кыргызском. Да. Только медленно и иногда даже почаще добавляй русский язык. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Договориться это когда? Договориться. Ну вот и хорошо. Тогда мен пошел этим. Жакшы пошел этиңиз анда. Кыял, зайди ко мне. Кыялчка, эми директорлукта сага сунуштап калсам эмне кыласың? Эми директорлукта сага приложение кылып калсам эмне кыласың дейм да? Болуверем го дейм. А эмне болду? Болбой эле койчу. Эми мен көптөн бери мечтать этип, эми жаңы эле директор болгондон анан кайра сен директор болуп алсаң, эми 3 ай жок дегенде ИО директор болуп алайынчы. Замир, мунун баарын мен чечпейм да. Жок, мен мындай приложение кылып калса дейм да.
приложение алып қалса, сразу эле макул болуп эле койчу, эртеңге калтырбайлыбы директорлуктучу. Себеби карабайсың, бүгүн жаңы эле келип алып, айлыгыңды да көтөрүп алдым да. Анан эми эртеңге бирдеме калтырбасаң, эмне интересине окуп атат да жумуштачы. Ошол, анан бул жумушта, ошол жумуштан бөлөк эрмек жок. Поверь мне. Замир, ушуну биз башка күнү сүйлөшөлү, макул? Мен азыр кирип чыгайын директорго. Замир, бар сонбу? А, сопсонун, бары сонун. Хотя каяктагы сонун. Кичине мындай маданият туурак болуш керек да. Кандай дегенде жакшы деп. Мен ал дегенде жөн эле коюңуз деп. Кыял деген неме антып кеткен да. Ал деген нерсени сразу алып алып кетип алат. Мен мындай кичине маданияттуулукту көрсөтүш керек деп турабы? Так, иш өтө оор болуп атат. Менин оюмча Алия Руслановалар ушуну директорлукка даярдап атат окшойт. Икела, ну как? Приглашаешь? Да, конечно. Молодец. Бар жакшы. Коллектив жактылы? Жакты, аябай жакшы коллектив бар. Анда менден сага бир жакшы предложение бар. Конечно, эми сен бизге кечүү эле келдиң. Но всё-таки я долго думала. Тем более моя интуиция подсказывает и сердце подсказывает, что ты от такого предложения не откажешься. Ну, конечно, для тебя это будет большая неожиданность. И всё-таки я вот решила тебе предложить. Сен мен нордума шайлоо барышың керек. О, күтүлбөгөн сунуш экен. Вот так сразу, да? Ну да. Ты как будто была готова к этому. Мен даярмын. Даярсың. Барайын. Ты уверена? Да, абсолютно. Барам. Молодец. Ну, если ты настолько уверена, я думаю, что проблем, наверное, у нас не возникло, да? Негизи, Алия Руслановна, мен бул жөнүндө көп ойлонгом да. Өлкөбүздү өнүктүрүш үчүн көп иштеш керек, жумуш көп болуш керек. Анан элибиз айтат эмеспи, жаш келсе ишке, кары келсе ашка депчи. Улуу муунга эле баарын жүктөп койбой, бардык түйшүктү, жумуштардын баарын өз мойнубузга алып иштесек өлкөбүз өнүгөт го дейм. Анын жакшы. Бирок эми кыз кишиге, аял затка, аял кишиге бул өтө оор жана жоопкерчилик жумуш болуш керек. Эми өзүң жакшы билесиң да бизде коомдо аял затына кандай мамиле. Тем более саясатка келишкен аял заттарга өтө кыйыныраак. Баягы эркектерге салыштырмалуу. Негизи аял болуш же любой жерде эле оор да. Да ты что? Анткени жана соода сатыктарда деле аялдар, акча таап иштегендер аялдар, тигүүчү цехтерде жеңил же оор өнөр жайлардын баары эле аялдын моюнунда болуп калбадыбы? Анан ошон үчүн эми мындайча айтканда айла жок, саясатка аялдар деле барыш керек го дейм. Анткени эркектер саясатка киришип алар жүрсө, ким билет эртең ызы чуу болуп мушташы урушуп анан баарын талкалап салса, андан көрө аялдар эле барганы туура болот. Мен даярмын. Эмне чыдай аласың? Алия Руслановна, аял киши чыдабаганда эркек киши эмнеге чыдайт эле? Биздин биология ушундай. Зам болдучу эмне? Кыялды директор кылып койсом эмне болот? Эми кайра мен зам директор болуп каламбы? Жаман коркуп атам. Сен андан коркпо, сен менден корк. Баса Айнуранын эмне кубалап жүрдүң жана? Мындай. И Бөрү Басарова кайка кеткен? Бөрү Басарова памперс сатып эмнеге кетти? Францияга. Франция? Эмнеге? Францияга кетип атпайм памперс сатып. Күйөөсүм, менден көп акча табат экенсиң деп акшунун жанын койбой тажат ийсе керек. Вот взяла она. Памперс сатам деп Францияга кетти. Кыргызстандан чыккан памперстерди сатат деп. Прикольно. Бизден памперс сатып бекен. Раз уж Бөрү Басарова Францияда памперс сатып жүрсө өзүнө жетип чыгат да. О. Берти алычкам. Мен сага айтпадым беле. Аракет кылсаң максатыңа жетесиң деп. Куттуктайбыз болобу сени? Албетте болот. Куттуктайбыз, кыялычка.
А, мен да куттуктайм анда. Баса, мени куттуктап атабыз? Бердиочка. Замир өз оозундан уксундай жаңылыкты. А, сен билесиңби уже? Конечно, билем. Алия Руслановна, мен сиз мени менен кеңешпей эч нерсе кылбайт. Биз аны менен эжесин билебиз. Демек, Замир, Алия Руслановна мага өтө күтүүсүз предложение кылды. Предложение? Ой, не болду буга? Замирди. Ну куда уж эркектер аябай назиксиң атап вот тим эле адуванчикти. Вот кичине үйрөп койсо эле учуп кетчү дейсиң. Өзүңчү Роза, өзүң кандайсың? Мен Роза гүлүндөймүн, сып-сулумун. Плюс тикенектерим бар, бирок кармасак кан жылап салам. Азан элге эмне болду? Жана суккаларды укканда эси болуп чыгып калды. Кайсы суккаларды? Пиял айтайын деп аткан. Жок, өзүм мен эми канча жылдан бери иштеп атсам, аракет кылып атсам. Алия Руслановна, сага мага сен директордук орунду сунуш кылган жок. Ал деген депутаттыкка шайлоого бар деген сунуш кылып атпайбы мага? Аз. Директор кылган жокпу сени? Жок да. Мен туура эмес түшүнүп алып эле кечиресиң. Жакшы болбоду, э? Ооба, аябай жакшы болду. Жакшы болду. Э, жакшы, жакшы эле. А ошондо, Алия Руслановна, сиз ордуңузга Михаилды жиберип атасызбы шайлоого? Ооба. Биз деген жаштарды колдошубуз керек. А, тем более азыркы мына перспективная она у нас. Туурабы? И она достойна этого. Да. Анан эме, Алия Руслановна, сиз кайра ошондо өзүңүз директор болуп келесиз да бизге? Ну, конечно. Эми аны көрүп жатарбыз, шеф менен да сүйлөшүш керек. Итен менен да. Ой. А, калгандар кана? Кечти. Биринчи жолу жыгылганында эсимди жоготуп, первый раз деп интересно болгон. Экинчи жолу жыгылганында мы это уже видели деп кетип калышты. Да башка бир нерсе ойлоп тапчу. Мелзон кане. Кааласаң жата бер, кааласаң дагы эсимди жогот. Эми эмне кылам? Роза, кечөөн эле директор болсон. Анан бүгүн кайра мени түшүрүп таштайбы. Самир, Америкадачы Уильям Харрисон деген президент болуптур да. Так. Анан ал деген ушунда АКШны деген 31 күн эле башкарыптыр. Анан анан кайра президент келип мен кетпей калдым деп отуруп алыптырбы? Ал деген инаугурацияда суук тийип өлүп калыптыр. Мен да өлүп калсам. А жана өлбөс мороженогам барбы, берчи. Көрүп басарман, приколдорун айтпачы мага, кутумга эптеп аны эптеп кетирсең. Сен давай тур бул жарабай, барып тен менен сүйлөш. Тен назначение кыла элек киши. Так что успеешь алдан сүйлөшсөң. Эмне кылсам я? Эмне кылсам деп, Замир, эмне кыларымды мен айтып туруп да, мен сенин аял эмесмин да. Мен иштеп, ойлон, аз бат теңгеме деп айтасың. Мени директор кылсаңыз, анан кайра бүгүн мени алып салып Талгатова алып келсеңиз. Анда сизди коллективдин ичинде нерешительный деп ойлоп калышат деп барып мээсин айлантып келем. Түшүндүңбү? Замир, былжырабычы, пожалуйста. Болду. Эми кескин чараларды колдонуш керек. Мен эми директорлукту эч кимге бербейм. Даже Алия Руслановага да бербейм. Бийлик үчүн көрүш ушундай нерсе экен. Азыр элдин баары бийлик талашып, кырылышып жүрүшөт. А мен болсо колума реалдуу бийлик чогултат. Я не против. Ну ты знаешь, да, что белый и черный бухгалтер. Да-да, кто там? Можно, да? Это я ваш родной, ваш командир. Как готовность к выборам? Не переживай. Готовность супер. Ага. Дело в том, что я на этом собаку съел. В переносном смысле, конечно. Но в прямом тоже получается. Ну да, прикольно. Это, кстати, я ваш... Замир, Алия Руслановна говорит, да? Алия Руслановна? А, Менда Джокин. А, я слышал ваш политический храбрые решения.
храбрые решения. Храбрые решения политическими бывают. Иначе это не политика. Что случилось? А разве вы не слышали еще? Алия Руслановна решила не идти к выборам. Она вместо себя выдвинула вот эту девушку, которая... Хьяла, да. Чуратыгина. Ничего себе. Это что, бунт на корабле? Без меня такие важные решения решают. Кто тебе сказал такое? Сами Алия Руслановна Хьял. А, кстати, Алия Руслановна еще говорила, нам вернется гендиректором. На то, что, несмотря люди, что говорят. Что люди говорят? А, люди говорят... Роман Николаевич, люди говорят, вас нестабильны. Каждый день говорят, меняет директоров туда-сюда. А этот Замир пытается нас с Алией поссорить. Он хочет остаться директором. Ладно. Такие люди мне нужны. А вот Алия Руслановна с дуба рухнула. Ладно, ладно. Я сам разберусь. Ага. Я думаю, это правильное решение. Вы же слышали, Каял. У нее действительно есть видение того, чем занимается депутат. Вы же там и были, все слышали. Айнурочка, я не знаю, как тебе это сообщить. Я кореец. Ну, к сожалению, к стыду своему, я кыргызский еще не знаю. И все, что с того говорила Каяла, я ничего абсолютно не понял. Ой, извините, я все время забываю, что вы кореец. Айнурочка, ничего. Я как-то сам помню... В пятницу пошел на джума намаз. Стою и думаю, ну нафига я сюда пришел? Я же кореец. Да, 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 я тоже помню. Один раз я там был, джума намаз. Вы пришли, я смотрю, Роман Николаевич тут что делает? Он же кореец. Ладно, Айнурочка, давай этот вопрос завтра продолжим и обсудим, хорошо? Хорошо? А мне сейчас надо еще с одним бывшим депутатом в кандидаты поговорить. Ага, хорошо, хорошо. Ладно. Удачи вам. Так, шеф меня не нашел расшатнер? Он шеф не узнал сранкс, меня и толбаем. Секретное задание. Айнурочка, айтюрчем, мен кем гайт мағылым? Мен мишенерсен голод мағылым, не нашел расшатнер? Мен да шефка сөз бергем. Сізді мен ордында олғанда айтмағым есті, туралы? Мен де сізге айта албаймын. Жоқ, Айнурочка, мен де қаяқтағы секретный задание. Мен, мысалы үшін, мен сенің орнында болсам, айта бермекпін саған. Мен айта өрші, пожалуйста, мен сөйлеші тұр жаңа. Уф, кешіресің. А, кешірбей қойсам үші. Айнурочка! Мен мұрынғы жаңа премьер-министр дәлі ол отам ғой. Типа директор мен. На самом деле, мен сіліп, чечіп қойшат, да көп нәрсені. Қалпылы мен, за все отвечаю, да, ұнжердәч. Роман Николаевич, я как раз собиралась вам все это рассказать. Слушай, не надо мне ничего рассказывать. Мы же договорились. Быть тебе депутатом, и все. Да Каяла будет более полезным депутатом в нашей стране. Слушай, мне вот... Для нашей страны, для всех не нужно. Да. Пойми, мне свой человек должен Джома Кугинеши быть. Роман Николаевич, я понимаю. Я, конечно, очень вам благодарна за вашу поддержку. Но если вы надеялись на то, что, став я депутатом, буду крышевать ваш бизнес, вы глубоко ошибаетесь в этом. Я шла в депутаты не ради себя, не ради вас, а ради народа. И ради народа я считаю, что наш Каял Чуратыгин более полезнее и более лучший депутат. И она молода, красива, образована. Да будь она очень прям супер-пупер, самая достойная депутаты. Народ ее не знает. Кто за ней пойдет? Да
И вообще, кто будет ее продвигать? Мы. Она еще недостойна, не готова баллотироваться. Я готова баллотироваться. Я даже предвыборный ролик подготовила. Это что, нас там подслушивают? Нет, просто вы очень громко говорите. Тут нам всем все слышно. Ну что, прям всем слышно? Немного слышно. Совсем чуть-чуть. Нормально тут все слышно. Ну-ка, все сюда, кабинет. Здравствуйте. Здравствуйте. Роман Николаевич, я готова идти на выборы. Кто, если не мы? Не врать и не бояться. Пизель меня. Вы что, в интернете про выборы начитались? Да. Волнуешься? Да. Боишься? Да. И все равно идешь баллотироваться? Да. Вот молодец. А вы поможете? Конечно, помогу. Куда же вы без меня? Спасибо, Роман Николаевич. За выборы это Роман Николаевич собак ел. На прямой смысл. Все хорошо, что хорошо закончилось. Да. У меня один вопрос, Алия Руслановна. Теперь вы остаетесь с нами, как генеральный директор. Да. Нет! Как я уже вчера решил, ее исполняющим главным башкомедуром на 3 месяца остается замер. Так как Кияла идет баллотироваться, Алия Руслановна будет исполняющим замдиректора. То есть я остаюсь директором, а Алия Руслановна моим заместителем, что ли? Это ты мой русский опять на русский перевел? То есть замер генеральный директор, а Алия Руслановна подчиненная, да? Именно это я хотел сказать. Я что, на корейском сказал? То есть вы хотите сказать? Не надо, уже 4-й раз повторяете. Ну, Кияла, может, ты тоже хочешь еще раз повторить мои слова? Нет, нет, я сразу все поняла. Я сразу все понимаю, поэтому голосую. Урматту шайлоочулар, биз бийликти аксакалдарга берип, алардын акылына, тажрыйбасына, даанышмандуулугуна ишенип көнүп калдык. Анткен менен соңку жаңы тарых көрсөткөндөй 21-чи кылымда айрым эски адаттарды артка калтырып, жаңы ишенимдүү кадам коюуга убакыт келип жетти. Калдайган калкыбыздын жарымы болгон аял затынын дагы саясатта ролу өтө чоң болуп калды. Жаштардын арасында дагы тапталган билимдүү мекенчил жаштар көбөйдү. Аял талапкерине карата бул аял экен деп кайдыгер терс караган мезгил өттү. Аялдар да мыкты депутат боло алышат. Буларга добуш бериңиздер. Шайлоодо ар бир талапкердин чыныгы жүзүн көрүп, нак дараметине жараша добуш бериңиздер. Мындан кийин добуштар сатылбайт, мындан кийин добуштар уурдалбайт. Биз келечекке кайдыгер карабайбыз. Шайлоо күнү барып, өз добушуңузду бериңиз. Мен сиздерди күтөм, мен сиздерге ишенем.